Ровно месяц остался до проведения главных выборов страны – выборов президента Российской Федерации. Краснодарский край занимает 3-е место по численности и активности избирателей. Поэтому подготовке к предстоящему голосованию уделяется большое внимание. В Славянском районе, как и во всем крае, с 29 января идет прием заявлений для голосования по месту нахождения. Славянцы пользуются этой возможностью для того, чтобы в дни голосования выполнить свой гражданский долг без проблем. С паспортом они приходят в территориальную избирательную комиссию «Славянская» и многофункциональный центр муниципалитета, чтобы получить возможность проголосовать в удобном для них месте. Я пришла в территориальную избирательную комиссию «Славянская» написать заявление на голосование на предстоящих выборах, которые у нас скоро будут состояться. Буду голосовать не на своем участке, который находится по месту жительства, а на участке, который находится ближе к моей работе, так как я в этот день работать буду. В территориальной избирательной комиссии «Славянская» всегда готовы помочь избирателям. Для того, чтобы проголосовать, каждый избиратель имеет полное право обратиться с 29 января по 11 марта в территориальную избирательную комиссию. И с 6 марта по 11 марта могут обратиться в участковую избирательную комиссию. Там тоже начнут работать пункты приема заявлений. Сегодня каждый избиратель может самостоятельно прибыть на избирательный участок, то ли в ТИК, то ли в участковую, с паспортом. И сам определиться, где ему удобно голосовать. Мы продолжим информировать о подготовке к выборам президента России в следующих новостных выпусках.